Нам нужно погрузить в стакан воду. Погрузим в стакан воду, почти полный его набираем, переворачиваем, поднимаем, и вот видно уровень воды, она не выливается, пока мы не вытащим стакан из воды. Вытащили, вся вода вылилась. Теперь мы не знаем. Это происходит из-за того, что день не дает вылиться давление, которое снизу. А, ну, если бы я поднимал дальше, то в какой-то момент вода перестала бы подниматься из-за равенства давления, а оно установилось бы равное с атмосферным давлением. Стакан немного воды. Плотно прижимаем рукой, переворачиваем и отпускаем. Спустя несколько попыток без камеры у меня это получилось. Лист не падает, и вода не вливается, потому что снизу на лист оказывается атмосферное давление. Оно больше, чем давление, которое оказывает вода. Вот ты завязал и подготовил холодную воду. Сейчас надо опустить его и посмотреть, что будет. Вытащили шар из холодной воды, он стал заметно меньше в размерах. Сейчас я сменю воду и опущу его в горячую. Сейчас прошло немного времени после прошлого погружения шара в холодную воду, и видно то, что он увеличился в объеме. И теперь погружаем его в горячую воду. Меня снимай. Спустя совсем маленький промежуток времени шар уже надулся. Пьем в горячей воде, потому что при более высоких температурах молекулы движутся быстрее, атомы, а значит то, что они чаще ударяются о шар, тем самым увеличивается сила давления. В холодной воде при низких температурах молекулы атомы движутся медленнее, значит, реже ударяются о шар и оказывают меньшую силу давления. 4. Елена Борисовна, добрый день. Перед нами электроскоп. Это простейший прибор для обнаружения электрических зарядов и приблизительного нахождения их величины. Внутри у нас два одноименных заряженных тела из фольги. Значит, если устройство у вас не заряженное, они будут в спокойном положении. Если мы зарядим устройство, они будут от друг друга отталкиваться.